Друзья, всем приветики! Сегодня рабочий день начинается вот с этого. Решил я, короче, поставить все-таки подкрылку. Вот сюда. Попробуем ее с вами воткнуть. Так, что хотел? Ну, хотел, как всегда, со всеми поздороваться, всех поблагодарить, что вы меня смотрите, что оставляю комментарии. Друзья, кто подписывается, благодарю от души на моем канале. Всем крепкого здоровья. В общем, я с утра выскочил. У меня было всего 4 заявки, что-то я попытался быстренько, как всегда, бам-бам-бам-бам-бам, мы все сделали. И вот решил начать сегодня видео, уже всем надоел этот город, снимать его туда-сюда, туда-сюда. Я решил ремонтной работой заняться. Только начал, только нашел болты, и у нас пошел маленький-маленький дождик. Я думаю, погодка даст, к нам к вечеру обещают непогоду. Сейчас пока все нормально. Так что попытаюсь, друзья, сделать что-нибудь. А то, как вы пишете, без брызговика нельзя, иначе можно нарваться на штраф. Ладно, сделаем, ничего страшного. Сейчас еще возьму инструментик. Вот этот инструментик, друзья, который мы с вами, благодаря вам, светофоре купили. А что, пригодится. Все пригодится. Так, оп. На сколько у нас здесь? На 10. Так. На 10 и на 8. Придется, к сварщику я не заехал, болты не приварил, потому что я думаю, это долго будет, все очень долго. Думаю, решил я, короче, ребят, как мы с вами хотели, вот на эти вот саморезы его вкрутим. Сейчас я, где у меня, где-то у меня есть шило, где оно у меня, куда пропало, вот оно, есть шило. Сейчас 4 дырки сделаем и все. Я думаю, закрутим, ничего страшного не будет. Эти, как говорится, все ерунда. Конечно, лучше было бы, конечно, заварить, но так как нет возможности, еще и деньги тратить. Потом скажут, опять начал тратить деньги. Что-то там еще. Ладно, потом еще подкрутим, может, их придется еще немножко покрутить. Опа, хотел что еще взять? Хотел я, друзья. Так. Ну, эти я прикрутил, друзья. Все нормально. Здесь молоточком ударил. Блин, я не знаю, даже будут держать или не будут эти саморезы держать. И здесь тоже шилом пробил и все. Здесь не могу, здесь эта железячка, здесь вот не могу немного пробить. Я вот не знаю, здесь, наверное, пробью, здесь будет держать. А здесь вообще у меня берут сомнения, что эти, где они, что эти саморезы будут держать, ребят, вообще. Ну, вкручу, конечно, но посмотрим, лишь бы не отвалилось. Ладно, надо там пробивать, друзья. Здесь еще, может быть, пробью, а там, блин, вообще не знаю даже, как быть. Ту-ду-ду-ду-ду. Ладно, буду что не пробивать, что теперь делать? Ничего страшного. Идем. Так, что я подумал, друзья? Все это шляпа, короче. Вот так будет быстрее и лучше. Ты гвозди забиваешь? Да. Да не гвозди. Надо же отверстие сделать, чтобы эти саморезы вкрутить. А также никак. Ну
Бутылки делаются быстро, но, блядь, не знаю, держать будет, нет. Дверь что, закрывай? Закрывай! Ой, дождик пошел, друзья, дождик пошел. Дождик пошел. Ой, дождичек закапал. Но мы легких путей не ищем, друзья. Правильно? Правильно. Конечно, если не будет держать, придется варить, друзья. Я так думаю. Что теперь сделать? Ты у меня заменит, ты ничего, перейдет. Уже красиво, давай, смотри. Давай, там все справа, да? Нормально, секунду. Все будет нормально. Да нет, ребят, нормально. Даже я вам скажу, хорошо. Хорошо включился. Нормально, еще потом подкручу. Еще немножечко. Подкрутим. Будет держаться, будет. Самое главное мне здесь, чтобы здесь держалось хорошо. Да будет, окей, все. Сейчас закручу, друзья. Ну все, вкрутил я, друзья. И вам скажу, очень даже жестко она стоит. Вообще. Вот эти болты немного, я думаю, может быть, сюда еще третий воткнуть для подстраховки. Хотя, все нормально вообще. Я думаю, что ничего не будет. Что там? Нормально. Все, сделали. Сейчас эти еще немножко подкручу. Да и можно и не подкручивать. Я одну только забыл. Я же взял этот, как он называется, герметик. Надо было, блин, на герметик немного посадить. Сами саморезы. Ладно, ничего страшного. Вкрутил, все четко. Опа. Оп. Почему-то он смотрит немножко в бок, я смотрю. Чуть-чуть. Почему, не знаю. Хотя, вкрутил я правильно. Может, надо было немножко туда его. Ладно, а что теперь? Ничего страшного. А тут брызговик ровно стоит. Но этот ровно стоит, друзья. Этот ровно. А этот немножко... Ну ничего страшного, капельку. Главное, он есть. Мне вот такую вот резинку надо где-то найти. И вот такую резинку вкрутить, друзья. Обязательно. Фу, где такую найти? Я почему-то не видел на этом. В автомагазинах у них не видел. Не видел. Ну все, я доволен, что хоть что-то сделали. А то сегодня день такой, друзья, бам-бам-бам. Ну что там, 4 заявки было. Еще надо было очень-очень срочно отвезти. Я даже не пытался телефон в руки брать или камеру. Ну, такие дела. Че у меня там? Болты шурупы-то не вылезли наружу. Да не, нормально. Сейчас я подкручу и, может быть, еще один туда вкручу. У меня вон два есть. Можно, в принципе, один еще вкрутить. Так, для подстраховки. Хотя не стоит, что заморачиваться. Держится и держится. Потом посмотрю, поезжу чуть-чуть. А так вроде все нормально. Вот тут у меня было на баке. Это идет же на выбасту. И обратка, и видно этот самый. И насос, и обратка. И здесь был колпак, друзья. Вроде был колпак, сейчас его нету. Почему куда-то или улетел, или что? Надо это закрывать от грязи. От воды, от грязи. Ладно, это когда займемся выбастой. Выбастой тоже надо заняться, да? Машину в любом случае, какая бы она ни была,
В ней постоянно что-то надо делать. Постоянно. Вот такие дела, друзья. Лобовое стекло ведет себя нормалек. Так что все окей. Мне бы, конечно, это крыло бы сделать. Блин, мне тоже так не нравится. Это все по-колхозному тут. Ну, видите, дверь открывается. Ее заминало. Почему? И это у многих газелей, я скажу, в 90% случаев у всех это ломает. Просто ломает крыло. Крыло, конечно, мне покупать не будут, но что-нибудь бы тут заколхозить бы такое. Прикрутить бы ее, заколхозить нормально. Тоже, это тоже пластик. В пластик, в пластик. Ну вот так, друзья, я ее заколхозил, выпрямил, короче. Оттер все. Надо ее чем-то приклеить. Не знаю. Подумать. Чем-то ее заклеить. И пусть она будет так. Что теперь? По-колхозному, но хоть так. О, братья. Видите, машут нам. Привет, всем привет. Ну, видишь, на работу, видишь, хотят, чтобы я работал. Ну, чем еще заняться, не знаю. Сейчас что-нибудь придумаю. Может, еще чем-нибудь. Будку бы, блин. Хочу с Женькой поговорить, который на мотоцикле. У них же это рекламная тема. Может быть, друзья, сюда влупить. Едем, смотрим. Да или хотя бы просто какой-нибудь значок ютубовский. Было бы неплохо. Блин, здесь у меня резинка, друзья, начала отходить. Отходить. Все-таки ее надо, наверное, будет тоже на саморезы. И все. Да она и сама по себе что-то у ней отходит. Он сам не могу понять, почему. Здесь мы варили, потому что она лопнула. Здесь варили. И он ее приварил, между прочим, криво. Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Смотрю на этот подкрылок. Блин, так мне не хочется, ребят, его перекручивать. Ну, немножко он, видите, выпирает чуть-чуть. Колесо немного. Надо его, конечно, надо его немножко левее, по идее, перекручивать. Но не знаю, не знаю. Попробовать. Или так сойдет. Да думает тоже. Че? Нормально. Напишите. Напишите, сойдет, не сойдет. Да сойдет, думаю, что там. Ерунда все это. Дверь поправил немного, вот все закрылось вроде. Это я просто закрываю, бывает неправильно я там. А, там есть... Здесь крепления тоже нету, тоже плохо. Надо где-то крепление найти, тоже не могу. Ладно, потихоньку, потихонечку. Чтоб не запускать. Когда запускаешь это все, то вот труба. С будкой, конечно, ну что с будкой? С будкой ничего не сделаешь, если только ее переклеишь. И она будет смотреться более-менее. А так... Ерунда. Ладно, буду собирать инструмент. Его, конечно, назвать инструментом тяжело, но все-таки это инструмент. Какой бы он ни был, но он у меня есть. Ничего страшного. Обзаведемся инструментом потихой. Главное, чтобы была мечта. Главное, чтобы была мечта, друзья. Правильно? Правильно. Ерунда это все. Нормально прикрутилось, нормально будет держаться. Уже штраф не прилетит. И вот как бы он мне тут не задевал. Вот, видите как? Вот что я заметил. Вон что, друзья. Не, надо будет перекрутить. Надо перекрутить будет в другую сторону. Это не есть хорошо. Да. Вон что, хорошо я, блин, заметил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, будем перекручивать. Сейчас перекручу, перекручу, друзья. Вас не буду, как говорится, задерживать. Опа, опять дождичек пошел. Так как только я соберусь что-то делать, дождичек начинается. Ладно, перекрутим немного. А то это не дело. Надо, чтобы он вот сюда уходил. Будет задевать рессору и вообще поломает, видите? О. Не-не-не, это не дело. Все, перекручиваем. Перекрутить.
только докрутил, как дождик лупанул. Обалдеть. Фу. Немножко подмочился. Чуть-чуть. Это нормально. О. Фу, ребят. Подмочился я чуть-чуть. Сейчас. Час пройдет, я думаю, наверное, недолго. Блин, инструмент, чтобы у меня там не намочился сильно. Ёпарасоте. Ладно, быстренько сбегаю. Под кузов хотя бы. Ну, у меня под кузовом, но сейчас намочится. Опа. Оп. Блин. Не хочется, не хочется. Ну, тут сухо. Ну, вроде уже и заканчивается. Он что-то временами там ударит, потом пройдет, ударит, пройдет. Ну, все-таки пришлось мне открутить, выровнять, друзья, ее нормально сейчас будет. Как говорится, брызговик нормально будет стоять, а то бы цеплялся. Хорошо я заметил, а так бы ездил и сломал бы его еще. Ой, блин, голова два уха. Ну да, как говорят, правильно, надо проверить на пару раз. Ничего страшного. Сейчас покурю, отдохну и уберусь. И пообщаемся с вами, как всегда, друзья. Ну, вроде дождик закончился, друзья. Ну, то будет идти, то не будет идти. Так, ну все, мы с вами выровняли, смотрите, друзья. Все. Слава тебе, Иисусе. Хорошо, что я заметил. Все, выровняли, подкрутили. Нормально сейчас. И задевать не будет, во. А то, блин, я бы потом пророс. Пришлось бы покупать опять. Вот эту тоже надо будет одну купить. Она 400 рублей стоит, надо будет купить и поменять ее, и сделать так же, да и все. Ничего страшного. Если, конечно, она отвалится, конечно, будем приваривать, как-то болты делать, в общем, что-нибудь другое. Но я думаю, никуда она не денется. Что, крепко она стоит вообще. Крепко-крепко сделали. Нормалек. Зря я кипишевал. Все это вкручивается, как мне сказали. Не надо усложнять себе жизнь. Вкрутил и все. Только найти брызговик. Вот этот внизу резиновый. Где-нибудь найдем его и вкрутим. Ну и все, и машинка помылась сама по себе. Здесь крыло тоже сделали. Надо все убирать, друзья. Сейчас уберу весь инструмент, опа, который у нас есть. И все, будет окей. Все убираем. Все убираем. Куртофан. Хорошо он мне служит. Ну вот, друзья, сделали мы с вами сегодня такие дела. Все-таки поставили брызговик. Отлично. Установили его вообще. Я доволен, что сегодняшний день прошел так удачно. И вчера удачный день, и сегодня более-менее удачный день. Вот такие дела, друзья. Так что, что нам? Нам передают на... Алексей мне скинул смс-ку. Нам передают на 22-е. Это у нас воскресенье. Сейчас я посмотрю. Он мне скинул. Что нам пишут? Нам пишут, пишут, пишут. Сейчас, секундочку. Секундочку. Где, где, где? Алексей нам. Так. По данным примпогоды на 22.08 в Приморском крае ожидаются сильные дожди от 15 до 50 миллиметров. Грозы, ветер до 20 метров в секунду. Подъем уровня воды в реках, выход в море и на турмаршруты опасен. Значит, у нас польет очень хорошо. Будем ожидать. Сейчас просто дождичек так прошел немножко, потом еще немножко опять перекращается. Так что погодка еще держится. 23 градуса тепла. Вечером только у нас где-то 16-18 градусов. Так немножко прохладненько. Так все отлично. Так что все отлично, друзья. Все отлично. Сейчас посидим немножко, покурим, попьем кофейку с вами. И пойдем домой. Всем, как всегда, крепкого здоровья, друзья. Удачи. Ее никто не отменял. Человеческого счастья. Друзья. Да, посмотрел, короче. Почему сегодня такой ролик я заснял, друзья? Потому что уже я так думаю, уже всем надоело вот это вот развоз. Туда-сюда, 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 волосики назад. Решил, думаю, засниму. Потому что сегодня было всего 4 заявки. Я быстренько их бам-бам-бам сделал и все. И приехал на склад. Потому что смотрю даже по аналитике в Ютубе, друзья. Ну вот вчерашний ролик я выпустил. Да, коротенький, но думаю тоже.
делать ролики постоянно по 30 минут, по 38 минут, просто надоедает. И вот меня посмотрело 584 человека. Ну и на том спасибо. В аналитике мне пишет, что у меня смотрят постоянно зрители 777 человек. Друзья, хорошая цифра. Но будем надеяться, что на нас будет смотреть 7777. Я, как всегда, всем же благодарен, друзья, вам от души за вашу поддержку, за ваши просмотры, друзья. Благодарю от души. Так что, что еще на сегодня? Ну, на сегодня уже все, будем потихонечку заканчивать. Я всех жду на своем канале. Обязательно жду вас. Жду от вас комментарии, друзья. Комментарии всегда читаю. Ну и все, давайте, если что, до завтра. Всем пока. Пока, друзья.